Assalomu alaykum do'stlar, bizda yana bir ishtirokchi she'rlar jangida. Assalomu alaykum. Assalom. Привет всем. Hay. Как дела? А, всё хорошо. Всё хорошо. Отлично. Сам откуда? А, спасибо за ответ, за вопросы. Да, я из Камеруна. Камерун. Да, из Камерун, from Africa. Средняя Африка, центральная. Да. А ты настоящий лева увидел глазами? Конечно. Не, серьёзно? Да. Вот это лев, который... Настоящий лев? Настоящий. А у них там много. А, да? У них не то, что много, но чтобы встречать лева, человек должен быть, ну... А сам лев тебе встречает, кажется. Красавчик. А сколько весишь? А, я вешу 77, кажется. 77? Да. Ага, выступаешь тоже на этом же весе? На этом же весе, да. Ну, короче, когда я выступаю на 77, и так обычно 81. Угу. Вес, который у тебя 81, вот сейчас 81. Да, сейчас 81. Гоняешь сейчас? Да. Вот 4 килограмма. А гоняю. Вот какие-то соревнования у тебя был? Я пока могу, я раньше выступил на кикбоксинге. Профессионально? Ну, как бы любительский, да. Ага. Вот. То есть на стойке ты хорошо? Да, на стойке. На партере, ну, не очень, да? Я любительский, короче. А, любительский. Угу. Ну, здесь смотри, здесь есть этот. ММА, да? Получается, это смешанное единоборство, здесь надо бороться, бить, короче. Ну, в любом случае, я могу сказать, лучше зайди, впереди и посмотри на бой. А, как ты дерешься, да? Да. Ты лев? Я настоящий лев. Я тигр. Да, все, красавчик. Откуда узнал эту лигу? А, вот я смотрю, я зашел в Инстаграм и смотрю ваша... пост, короче, реклама. Угу. Зашел в Инстаграм, посмотрел, я говорю, о, мне интересно, я же хочу драться, и там есть хороший борец, и так что я могу с ним попробоваться и найти себе тоже. Мне ты готов? Интересно. Короче, я готов. Он же лев, конечно. А что скажете, да, на джунахе? Не знаю, мне вообще интересно стало, все там и колечко там. Все лев. Ага. Интересно, это 77, да? 77, ну, да. У тебя любительский уровень вчера, правильно? Правильно, правильно. У меня любительский уровень пока, ну, если что, да, любительский. Чем занимаешься в Питере? А Питер пока тренируюсь. Тренировка? Да, тренировка. А зарабатываешь где-то там? Ну, как сказать... Так чисто иногда тренируюсь. А, иногда тренируешься, люди, да. Понятно. Да. Хорошо. Женат? Дети? Есть семья, да. Ага. А сколько лет? 30. 30? А, нормально. Ну, нормально. Вот такой. Просто, это отлично. Понятно. То есть ты настроен, ты готов? Я готов, ребята. Ну что сказать? Сколько ты занимался? Именно кикбоксинг примерно? Ну, недолго. Недолго сколько? Да, ну как бы у нас дома больше кикбоксинга. Все ребята, да, в Камеруне. Да, больше занимаюсь кикбоксинг и боксы тоже. Вот то, что я знаю. Еще, брат, этот капуэра, это ваш национальный, да? Капуэра это не наша. А, не ваш? Это бразильский. А, это бразильский, да, капуэра. Да. Тоже, да, это, ну, умеешь что-то там? Совсем чуть-чуть. Понятно. Поешь, читаешь как-то, вот рэп? Рэп, я не профессиональный певец, но, типа, я могу иногда, просто у нас музыка в крови. Все афроамериканцы, они могут, как бы... читать музыку. Короче, шоу у тебя обеспечен будет. Да. Понятно. Это наше. Камерунцы на каком языке общаются? Английском? Окей. Камерун мы общаемся по-английски, французски и камерунский язык еще. А, еще камерунский язык. Это, да, да. Ты все знаешь, французский, американский, английский, да? Английский, да. И камерунский. Да. Понятно. Салю – это французский, хай – это английский. Еще вот русский язык знает. Ну, он умный человек. Если пять языков знает. Ничего сказать. Мы обычно много вопросов задаем, а тут уже ты нас все, короче. Одним ответ левым, мы уже все, короче. Все решил, а? Все решил, уже точки поставили, да, большие. Понятно. А вот какие планы у тебя, вот выступаешь на этом лиге, какие планы? Окей, спасибо. Планы, чтобы стану самый лучший борец на вашей лиге. Поэтому я приехал именно для этого. Чтобы взять победу. Всех бить.
конечно, это же борьба. Это же, вот, и как бы я, надо, мне нужно показать себе. Вот, и почувствовать тоже другие. Это самое важное. Потому что борьба или бокс, или неважно, единоборство, это самое, как сказать, это уважение. Ага. Потому что мы все такие, все борцы, а мы сильнее вообще. То, что у тебя есть, так же у меня есть такое. Но мы имеем уважение друг к другу. И только на ринге мы можем, или на октагоне мы можем показать себе. А вот. Так уважение в первую очередь. Да. Мужская игра. Да. Чисто мужская игра. Да. Так и так. Понял. А как есть, если вопросы? Вопросов, в принципе, нету. Я понял, ты ударник. Короче, будем смотреть, посмотрим там. Сейчас вот опять вот запишет номер твой там. Угу. Фоткает там есть, да, в принципе? Да, да. Угу. На твоем весе есть парни. Есть парни, посмотрим. Да. Тебе предложим. Покажем тебя тоже, ему тебе покажем. Угу. Если согласна, бой дадим. Я думаю, ты покажешь красивый, очень зрелищный бой. И станешь звездой нашей лиги. Что могу сказать? Вот если вопрос. Вот, допустим, уже бой, да, вот на днях уже вот дату уже, в принципе, месяц уже есть, все есть, да, вот. Если вот бой, да, вот, допустим, такой, за один день взвешенно делать пресс-конференцию или за два дня, когда тебе будет удобно? И ты можешь ли участвовать в такие моменты, если мы тебя пригласим на пресс-конференции, ты когда соперника своего увидишь? Где мы должны face-to-face делать? У тебя все получится, приехать все это, да? Ну, в принципе, я готов. Окей, я готов. Не, за два дня или за один день, вот сегодня свечно, завтра бой, или лучше дать, вот как ты думаешь, вот, или два дня лучше без... дать время? Лучше дать время, так не, да. Два дня, да? Два дня, это, в принципе, нормально. Просто сейчас многие люди пишут, это как будет, мы сами не знаем. Да. Поэтому я тебе вопрос задал. Да, за два дня лучше дать, просто чтобы люди после пресс-конференции, они хотя бы... Отдыхали, да, и готовились, да. Угу. Хорошо, друг мой, ты проходишь. Добро пожаловать в нашу лигу. Yeah. Он сильный, да. Спасибо, ребята. Да. Я Клюдогли, Шерлар Джанги, я готов. Шерлар Джанги. Шерлар Джанги, я готов. Он и правда готов, да? Саламу алейкум. Здравствуйте. Максим, я его знаю. Он профессиональный боец и тренер. Ну, у него я скажу так, что я его тоже знаю. Да, да, да. Все, да, да, да. Пацаны. Макс, кайдан сіз? Өз сақызды өзгені қапыр берейін? Өзбекистан, Анжон деген жөрден біздегі, Анжон шағырдан. Шағырхонда. Шағырхон деген жөрден. Холлар шағырда. Шу, Санкт-Петербург кеген мен. Ишлаб тренировка қабырам, аке, өз біласыз. Өзбекистанда тренировка қайырда қығансыз, база әйтқан ақы маңшыла хақыдан бір қапыр берейін? Өзбекистан я тренировался Ильхам Аке Умаров и Джохан Грага Карабаев. Вот, я у них тренировался. Бұл сіз тренерлер? Да, они у меня тренера. Вот, а потом в дальнейшем в Акаке Гемме. Да, в Питер. К родственникам, и здесь начал тренироваться в боевом сами. И дальнейшем здесь начал развиваться. А Берда кем на тренировку? Берда, первый тренер Артур Корчевный, а в дальнейшем уже Бек Исаков, наш Бенаке Хаджаев. Вот у них это тренируется. Яхонда М1-дан чыкып шикарный галаба козондыз. Вообще, короткий срок, да, вы вообще көріп мазақ алек. Если что, топ-сез видеосын ішіне ставка қойып қойын. Енді қараңында сізге сауал бере, бұл бізді Шерлар Джанги организация келді. Сіз профессиональный боец, уже нормальный, өзге имя қиған, шоғыртыла бұл. Келіп бізді выступать қылыштан мақсатны ма? Аке, что Узбекистанда нормальный күшлі боецлер бұл, мы көрсатмақшы ма? И күшлі-күшлі боецлер біз болса, аке, шылабына бір шығып, зрелищны бойлар көрсатып, қаласы жағда болса болдылай, күз болған. Атыша, пулеметчі ма, аке, Артем Тарас, бұл ағамаз, нау келеді. Бұл оласы, сізге дәрлейші көрес, нормальный бой организатқыланыз, бейсі сақы? 70 кг, да, аке? 70 кг. Да. Сколько? 70 кг. 70 кг. Да. Если есть вопрос, Максим... Я говорю, я готов подраться с пулеметчиком. Самое главное, чтобы голова на месте была. Еще с кем? С Артемом Тарасовым готовы. Еще может быть с кем-то? Никита Солонин, кстати, можно с ним подраться. Отлично. Да, да, он тоже в М1 дрался, в Fight Night. Камера вон там. Как-никак. Пацаны, я готов. Ага. Скажи, пожалуйста, что хочешь получить от данного проекта? Какие цели представляешь? По-другому никак. Может, какие-то другие есть. Ну, подписчиков прибавить, добавить подписчиков. Брорта боец какой молодой, а сейчас Инстаграм читал, Максим Кулдаш, Крым. Подписывайтесь, пацаны. Крутой боец. Максим, скажи, пожалуйста, еще вот, станешь чемпионом, на что потратишь, выиграешь?
На что бы потратил бы? Отправил домой родителям, чтобы нормально где-нибудь в санатории отдохнули. И все. Кстати, я понял. Есть еще какие-то вопросы? Я этого человека хорошо знаю. Зритель дает. Вопросов больше нету. Ну, этот, скажите, чтобы этот поезд сделали нормально. Да, чтобы, самое главное, чтобы мне понравилось. А так я его заберу. Дышать, все можете. Ассаламу алейкум. 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 Biz bilan birga Макс, тренер, Санкт-Петербург шахрида профессиональный боец. Ага, qanaqa sportdan shug'ullangansan? Men o'zimizni milliy kurash bilan, keyin Muay Thai, Tayский boks bilan shug'ullanganman. O'zbekistonda. O'zbekiston musobaqalarga chiqamiz. Musobaqalar yo'q, любительский. Ha, просто любительский. Bu yerda nima ish qilasiz? Bu yerda shu strokerda ishlayman, yana ikkinchi kasbim творческий блогер лихлам. А, да? А тренировки классные были? Тренировки озерча вах бы меня обтет, дорогу фитнес как вот прямо. А узмыз до конца школы нес? Узмыз где турил, турил. Турил, да? Что их швах там? А, я все раз. А у дани масса для канала, где? Масса для шо? Узмыз курсаты, шо нча школы нес на натижасна куриш, шо турнирлары орхале. Vesiz qanaqa? Vesim 80dan ziyod, 90 80-90 o'rtasi. Endi sizga qanaqa sapernik qulay bo'lardi? Partirdami yoki stoykadami? Men endi kurashda shug'ullanganman, ham tayski boks, ikkalasi ham farqli. 50 bo'y, farqli. O'zaram. Yoshingiz necha dedingiz? Yoshim 86-yilman. 86-yilda bo'lgan. 34. Ага. А хотя Марат Балаев 40 лет чемпион был. Конечно. Никогда не поздно. Самое главное цель. Maqsad oldinda. Shu, shu. Endi bu turnirda asosiy maqsadingiz qanaqa o'zingizga mana? Maqsad, maqsad bitta shu. German dedingiz-ku. Hayfovat qilish. Yo'q, hayfovat ham bor, narsa ham bor, lekin shuncha yildan beri shug'ullanib yurganimni o'zimni sinab ko'rmoqchiman shu turnirda. O'zimni ko'rsatmoqchiman. Shu turnirlarni orqali masalan o'zim kuchimni bilmoqchiman qanaqa darajada. Bu seriyozli turnir bo'ladi-da. Saperingiz seriyozli bo'ladi ertaga. Травма болып қолышыз бар, шу нәрселерден қорықпайсыз ба? Жоқ, енді қорықсам келмесін бе бірге. Әлі ке, хатта бірінші үтігіңіз келгеніңіз бірге. Нима дейсіз, Макс? Омат талап боламыз ба, сағымызға? Сізге рахмет. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Яхшымсыз? Яхшы. Сауллар, кайфиятлар, бөлеаптымы? Өзді таныстырып өтейін. Кімсіз, қайырдансыз? Мен Усманов Давлат, Сұрхандария уәлаяты, Жарқұман тұманы. Питер келгеніңізге қанша болды? Бір жарым жыл болды. Бір жарым жыл? Бір жарым жыл. Берді неме іш қыласыз? Берді қазір разын рабочиміз. Разын рабочи. Енді база дейді ғой, спорт қайсы түрі бойынша шұғылданғансыз? Өзімізде еркін күрес түрі бойынша шұғылданғанмын. Бұйырда ше? Бұйырда қазір ММА. Неше жылдан бері тренировка қыласыз? Шо Питерге келгені бар, бір жарым жыл. Озыншы тренировка қыласыз, бір жарым жыл. А достижениелер ма, ютубтар бар ма, қанақа енді турнирлерде қатынасқансыз? Проф бой бар ма, жоқ, любительскийдамысыз? Да, любительский, проф бойлар, мастер спорт мұсабақаларда қатынасып, спорт мастер болғанбыз. То есть любительский? Любительский. Бұл нұрада именно, қайсы юналиста? Профессиональный боевой самбо. Боевой самбода. Бұл қайда, Питерде турнирлерге шығамыз? Питерде, да. Питерде. Енді бұл шоудан мақсат нама, айна шерлер жаңыда? Шерлер жаңыда, шо қызығып апкетке болады бізге, бұл любительскийде мұсауға. Құршып, оп, набырады. Весіз қанақы? Весім 66 кг. 66 кг. Енді сіздерді, весілерді рақип көп, рақобат көп. Сізге қанақы байец ұрышқы ғаңызды тұғыр оқ бөлады? Стойкада ма, екі бар, ну, как бі, партырда ма? Бізді бағзі воліне бар ба, партырда. Партырда, енді сізге удобный бөлады, шаға байец? Партырда. Яхши. Есть вопросы? Рустам, вот хотелось бы попросить тебя все-таки немножко, так сказать, русскоязычную аудиторию в курс вести. Расскажи вкратце про бойца, о чем вы пообщались. Просто не все моменты понял. Вот, и далее задам свои вопросы. Он, то есть, любитель, но уже два года как здесь тренируется. Выступление был здесь. Мастер спорт. По ММА. Мастер спорта, база, да? База, да, база. То есть вольник он. Ну, по дюзу. Боевой самбо, да? Да, профессиональный боевой самбо. Откуда родом? Откуда родом?
Сурхандарянская область, Джархулан. Так, ну, хотелось бы задать тогда такой вопрос. Скажи, пожалуйста, что ты хочешь получить от данного проекта? Какую ты цель преследуешь, когда, ну, вот, пришел сюда? У меня он обкатка будет. То есть подготовить себя на первые шаги? За опытом? Да. Отличная цель. Скажи, вот в случае, если ты станешь чемпионом, да, на что ты потратил бы свой выигрыш? Гонорар из них. Намагай сарфлаган бюля, сбор. Ну, на себя потратить. На свое развитие, да? Да, это конечно. Отлично. Ну и мой фирменный вопрос. Скажи, пожалуйста, есть ли у тебя прозвище, когда ты выходишь на бойцовский ринг? Как тебя называют? Либо, ну, имя, фамилия твоя? Там, не знаю, Тигр? Ну, Хабиб Орел, да? Да. А у тебя как? Какой у тебя псевдоним? Лахаб. Отдыхает, когда. Лахаб. Ну, или по имени. СМ-фамилия изначально, да? Да, СМ-фамилия. Хорошо. Габил? Все, спасибо большое. Welcome. Казым болсын. Спасибо. Салам алейкум. Салам алейкум. Яхшымсыз? Яхшы, рахмат. Бірінші өз таныстырсыз, қайдансыз, кімсіз, ісмейсіз? Мен Хурсан Арсланбек. Сурхандария Жарқұрғандан. Да, шер. Сурхандариядан, Жарқұрғандан. Санкт-Петербург қашан келдіңіз? Санкт-Петербургке мартта келдім. Мартта. Шу мартта? Да, мартта. Немен немеш қаласы берді? Шері стройкада. Стройкада іштіңіз. Ені спортты қайсы йөнәліші білен шоғырлангансыз? И қанча бөлі шоғырлангансызге? Спортты дзюдо спортман шұғылданғанма 6 илден бері, 2010-дан бері 10 ил болады, спорт школды оқығанман. Қайырды? Терміз Олимпия Зақырыларды. Олимпия Зақырыларды? Да, Олимпия Зақырыларды. Питерге че келіп озы қайдадар тренировка қылапсың, ол ма? Питерде озыр Максим Қолдашы тұрын қылаппан. Ема майоран? Да, ема мейін алыш бойынша. Қанша бөл тұрын қылап көріңізге? Шы марттан бері. Марттан бері? Да, кегенімізді бері мейін еді. Шынарлы. Енді бұл бізді Шерлар жаңы организация келіштен мақсатыны ма? Чемпион болыш. Иншалла поезді оп көп, Өзбекистанға оп кетші поезді. Енді өйләйіске хаман ұры олас ма? Ұрышан көппе едіріп төшейм анамасын. Нормалын саперник біса болды. Нечі кіл осыз? Осы 73-74. Сізі бе сізді нормалын достойны болды бұл? Ақы бізам нормалын, нормал маса кем астық. Енді қанақа сізді саперник беріш керес? Стойкада ме, партырда ме? Без разын сәке. Одан біса болды, екі ай қолы біса болды. Қойлады. Блин, сауалам уже қомазы. Гапизанге. А, что можешь сказать? Пожалуйста, для меня еще раз, откуда боец? Он из Сурхандарии. Он в Олимпийском резерве там 7 лет учился, там тренировался. Ну, нормально, сейчас приехал в Питер. И один из лучших тренеров, он занимается по ММА, у него, ну, то есть Максим Кулдашев. Да, да, агрессия да, есть. Да. Он говорит, все, любой бойцы дайте, я... Без разницы. А так, а прозвище какое? Лев получается, у него имя Лев. Прикинь, имя Лев, и он хочет забрать это. Это серьезная заявка? Что могу сказать? Welcome. Без этих пропускаем его.